Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и в этом видео я расскажу, как стать спонсором канала на YouTube, если эта функция у вас в вашей стране недоступна. В последние неделю, наверное, очень много вопросов, особенно от украинцев, пошло. И для чистоты эксперимента я даже как бы в Украине завел себе аккаунт. Видите, Олексій Халецький, не знаю. Скажите, правильно я Олексій или Олексій по-украински написал? Наверное, да, вот и надо было, кстати. Не прав. Вот Location Ukraine у меня стоит, и я специально даже через VPN поставил Украину, чтобы все было чисто. И как видите, у меня нету кнопочки завести, стать спонсором канала, а если в подписке, вот тут в подписи к видео я перехожу по ссылке «Стать спонсором», то меня просто перекидывает даже на главный экран и ничего не предлагает. Итак, для того, чтобы это стало возможным, логично, вам надо обмануть интернет и представить себя в другой стране, и чтобы, главное, YouTube считал, что вы находитесь на самом деле в другой стране. Для этого используется VPN протокол такой. Не буду вдаваться в подробности. Я, например, OpenVPN на своем компьютере для этого пользую, но так как большинство зрителей у меня пользуются Chrome или Android, давайте я, исходя из этого, я думаю, тех, у кого какие-то приборы Apple, тоже это могут все найти и сделать. В первую очередь переходим в Google Web Store. Вдруг еще кто-то не знал, что вообще есть разные расширения для Chrome, кстати. Ну, chrome.google.com Web Store. Здесь в поиске вводим VPN. Я думаю, и в Android, там в Google Apps, и в, где там, в iTunes, не знаю, что, где еще продают всякие приложения и прочего, это тоже будет куча приложений. Вот здесь VPN, куча просто на самом деле этих VPN. Я не буду какую-то определенную рекомендовать, мне кажется, вам подойдут любые. Они типа платные, но в каждой есть какой-то минимальный период, который вы сможете использовать. Я нашел VPN, который мне позволил в Украину переключиться, а потом в Россию, чтобы показать, как это работает. Вот он у меня тут уже стоит, это улучшение. Тут надо было зарегистрироваться, правда, но пользоваться могу. Сейчас у меня стоит Украина, как видите, и благодаря этому я там зарегистрировался и показываю, как в Украине работает. Теперь я переключаюсь на сервер России. Для того, чтобы проверить еще, что у вас реально переключается, вот воспользуйтесь сайтом 2ip.ru. Вот его адрес, вы можете сюда перейти, я тут обновлю сразу, просто даже вот когда заходите, он вам показывает, вот, типа, я сейчас Россия, Москва, хотя на самом деле я нахожусь вообще в США, так-то. Но сейчас у меня компьютер считает, что я в России, давайте проверим, что случилось на YouTube. Итак, как видите, переключен на Россию, обновляем наш сайтик, и хопа, кнопочка Join внезапно появилась. Нажимаем на нее, можно выбрать, каким планом воспользоваться. И дальше там уже, наверное, надо будет вводить вашу карточку. Короче, все ваши деньги перейдут мне. Все, что есть на карточке. Спасибо вам за поддержку, за то, что хотите стать спонсором канала. И, собственно, поддерживайте, что я делаю. Тут уже будут, видите, варианты выбора. Это касается, ну, я про украинцев, потому что их, они, собственно, на втором месте по зрителям после россиян, и они больше всего спрашивают, но я так понимаю, в каких-то еще странах это недоступно. Кстати, интересно, напишите, в каких, потому что я был удивлен, что в Беларуси, например, это доступно, а в Украине нет, хотя обычно именно Беларусь белое пятно на карте для всех каких-то мировых фирм. Вот. Ну и VPN вы можете пользоваться во всех любых других случаях, когда какая-то компания или кто-то запрещает что-то в вашей стране. Вот точно так же включаете, меняете тут на что угодно сервер, на какую-то другую страну, и пользуетесь теми функциями, которые типа в вашей стране запрещены. Да, еще отмечу, естественно, наверное, кто-то спросит, а надо ли будет теперь включать постоянно этот VPN, когда вы заходите на мой канал? Нет, если вы станете спонсором канала, то можете просто этот VPN вообще удалять, и с Украины вы все равно будете считаться спонсором канала, для этого вам не надо VPN-ом пользоваться. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, становитесь спонсором канала и играйте в умные игры, конечно. Всем пока!